Че, вот и где каждый ход решающий, что самое прикольное. Так. По крайней мере, пока эти меня хотя бы не хотят уничтожить. Кажется. Так, что я хотел? Я хотел разобраться с командованием, во-первых. У нас лидеры здесь не назначен. Нужен. Ну, можно вот сюда, да. На этот титан тебя назначить. Так, титан, да? Так, титан. Поехали далее. Денежек здесь не так и много. Ну, хотя 2000. 226 или 2000. 2100. Мне надо понять, куда они дальше захотят двигаться. Мне непонятно, почему эти сюда вообще поперлись. Это под вопросом таким конкретным. Звездная крепость. Ну ладно, давай бой. Здесь главное мне хотя бы их немного подгрызть. Сейчас Антаран уничтожить. Потом как раз наберу флот. А, и у них тут кораблей-то мощных нету, блин. Вот дерьмо. Черт, у них столько мелочи, это пипец. Ты или я попасть? Я попасть не могу. Они меня просто мелочи сшибают, ты прикинь? Такого я не ожидал. Так, и все. А тут пипец будет, это понятно.
Стоп, а откуда они взяли орбитальную батарею? Они напали, сволочь, на ту станцию, где должна была построиться. Да, гады. Не люблю, когда знают, где что есть. Приятно это. Да тут ДПС-то этот не важен. Здесь вся проблема в том, блин, что их очень много. Я даже не представляю, как с этим сражаться всем. Так, давай попробуем поставить хотя бы. Сейчас мне главное корабли строить. Как, в принципе, и здесь. Особенно, когда выходит, что у нас предел по флоту, это крайне хреново все. Пироги здесь довольно горькие у меня будут. Так, врата, два хода. Казнить. Наши ученые. Наши ученые в нетерпении. А ваши ученые там не боятся, что нас сейчас порошок сотрут? Потому что колонии теряем, нет? Боятся. Бесстрашная японская блоха, блин, называется.
Так. Вопрос у меня остался прежний, немножко другой. Почему я не могу здесь титан построить? А, вот есть. Я просто слепая дурында. То, что мне придется здесь делать флот титанов так быстро. А вы таких приказов ждете? Так. Ставь там тоже базу. Здесь сколько силы? Здесь мало, они пытаются, скорее всего, колонию организовать. Здесь пока фиг его знает. Они сюда, смотрю, как-то не горят желанием лезть. Так, деньги кончились, в принципе, ну да, следующий ход. Интересно, события развиваются, ну блин, столько мелочи. А титанами-то смогу эту мелочь хотя бы прибить? У меня вот такой вот вопрос конкретный. Я вот что-то, блин, не уверен. Я не уверен, что наши звездные базы, которые на данный момент есть, они были хоть как-то проагрейжены. Вот уродец. Понятно, что они уничтожат, потому что не один корабль. Уровень пока 3, да? Эй, фалет ожидает приказов. Уже 4 титана, тут еще 2 летят. В принципе, 3000. Ладно, немножко пусть побольше будет, это только половина моего флота, мне придется все равно его на 2 делить. Половину сюда, половину туда. Тут вариантов нет.
Так, надо будет командиров переназначить. Куда они там пойдут атаковать? А, нет, смотри, хитрые, понимают, понимают. Заблокировать пытаются. Но до этих врат-то им все равно пока не долететь. Пока они отвлекаются на такие вещи, мне это хотя бы дает шанс. И к тому же у нашей ящерицы что-то тут не горят желанием пока против меня идти. Это они, интересно, так все хотят пришпиндориться. Мне что-то жутко любопытно. Куда я за этим бредом, не совсем понимаю. Так. Пока еще они все не объединены. Это, конечно, печально, но ладно. Почти все готово. Мне хоть понимать, что я потом по их душе пойду. Так, погоди, 357 или 557? 557, да? Боевая станция, база истребителей. Ну, такое себе, конечно. Так, ну сейчас с одной стороны хотя бы более-менее себе подоприходуем. Ну чего они так косят-то, а? Жесть какая.
Может, надо как-то истребители выпустить? Не знаю. Пару кораблей мы сбили. Сильно мне-то не принесет выгоды. Да, они сюда же забрались. Очень странно. Так, то есть они атакуют самые слабые точки. Ну, неудивительно. Пролететь к ним. Ой, к ним друзья, кажется, пролетели. Они все войска сюда стягивают, я вижу. Они стягивают все войска. Так, значит, не ее поставим, а просто звездную базу обычную. Они вряд ли мне, конечно, позволят, но хотя если они будут долбить здесь, у меня будет шанс сделать что-то там. Много. Прилично. Так. Мне непонятно, какая у меня тут мощь еще накопится. Так, ладно. Здесь пока рано такое делать вообще. По-хорошему-то.
Да, слушай, вот это интересно. Каждый ход уже решает, что будет дальше. Мне надо все равно пойти потом вот это воевать, это уничтожить. С этим вообще непонятно, они сюда поперлись, гады. А, вот вы что польстили. Петухи. Не, ну приоритет искусственного интеллекта по целям довольно неплох. Не поспорю. Так, мне отсюда до туда довольно-таки быстро должно получиться долететь. В эфире GNN. Угу. После небольшой заминки на старте карательный отряд Антаран открывает счет. Племя Сакра терпит сухое поражение. Да я видел, они там полетели. Интересно, они возвращаться-то собираются вообще? Что я думаю, Антаране им там уже попойдут кочегарить по полной. Ну, спасибо хотя бы Антаранам, они тут. Нашли их чем занять. Пока отправляем, что есть. Так как вариантов просто тупо нет. Терпимо. Я вот вообще понять не могу. Ну ладно, там титаны строятся, пусть строятся. Некоторые вещи остаются для меня загадкой. Джапитский производство. Они там. Ну, мы что-то делаем. Так. Пока на данный момент мы летим тогда ими сюда. Наши ученые совершили открытие. Таран.
интересно тебе вернуться домой там, отвоевывать свои системы или нет. Черти, блин. 4000. 5000. Там вообще 7000. Не, ну базы надо сильнее улучшать. То, что они сейчас как усилены, это ни о чем. Просто реально ни о чем. Ну что ж, народ, поехали далее. И что нам там ожидать-то от них? Этим-то, вероятно, придется вернуться, чтобы флот одолеть. А хрен там. Звездная крепость. Так. Давай подеремся. Без прицела они намного лучше стреляют. Все, понял. Что мне делать с этими звездными крепостями, я ума не приложу. Не бесполезно. Это если реально она еще на 4х увеличена, но блин. Кстати, попробуем кому мод отключить сейчас 4х и посмотрим. В принципе, как оно будет, а? А что, давай так и сделаем. Что-то изменится. Ладно, я тогда, народ, на этом серию заканчиваю. Попробуем отключить мод 4х, посмотреть, как это будет по-другому смотреться. Но я не знаю вообще, как это будет смотреться. Да, всем удачи, всем пока.